7 марта. Поселение Гигант. Сейчас во двор тоже зайду. Вчера планировал прийти. Не получилось вчера прийти. Голос сорвал весь. Эти параши отсталые. В центре города мешают мне снимать. Там столько приезжих, все равно эти отсталые мешают мне снимать. Совсем уже охуели. Улица Отсутной Татьяны вчера. Там же центр самый. Как обычно, пошел фотографии делать. Я вижу, что там оттуда вылез какой-то тип. За мной следит. Пошел, ну не обратил внимания, пошел дальше фотографии делать. Потом смотрю, с ним еще какой-то ебанутый какой-то сопляк приперся. Я же слышу, что они меня обсуждают. Понимаешь, совсем уже охуели эти отсталые. Затрахали уже конкретно. Как-то трудно, когда один развитый человек среди всяких отсталых. Это я развитый, вокруг меня отсталые всякие. Сегодня тоже еще успели нервы потрепать мне. На улице Гоголя там. Рядом вокзал, там на улице Гоголя. Ну там понятно, там проститутки стоят обычно. Но я подождал, пока они все уйдут, и потом уже продолжил снимать, чтобы в кадр не попадали. Вообще, здесь я снимаю. А если кому-то не нравится моя деятельность, вообще, проваливайте, не знаю, куда-нибудь в Северную Корею или там на Ближний Восток где-нибудь. Если менты мне ничего не говорят, когда я в центре стою и снимаю, то эти параши, эти отсталые вообще что докопались до меня? Отсталые. Все долбоебы на мою голову. Вчерашние, наверное, каким-то там наркоманы или там воры какие-нибудь, маргиналы, в общем. Там же рядом куки я еще, ну а там нормальные не могут быть.
если типа не здешние, им вообще ничего не говорят. Вон сколько там, там турки приходят, что хотят снимают, там еще другие. Им вообще ни слова не говорят. Это со мной только выпендриваются. А давайте вообще убьем всех этих фотографов, культурных людей. Пусть оставим одних маргиналов. Вот такие как раз и сожгли Джордана Бруно. Отсталые всякие. Ну все, дальше я идти не буду. Вот так пойду. В эти трущобы до меня еще никто не ходил снимать. Сегодня тоже голос сорвал немного. Пропустил. В гетто нахожусь я. Наконец-то приперся этот автобус.
101 нужен был. На нем, чтобы обратно поехать. Ну вот. Здесь он уже. Так пытаюсь пропустить, а то скажут, что я специально стою, их снимаю, там еще что-то, еще что-то. Такие особи отсталые могут быть в любой точке мира. Потом я спрашиваю, а кто это там, я говорю, оскорблял сейчас? Тут же отрицают. Не-не-не, тебе вообще никто ничего не сказал. Тут же отрицают все. Вот приехал, посмотри, может, впереди место свободное здесь. Thank you.
опять он влез, мешает мне снимать, блин. Я не могу, а потом удалять.
Чай два соберем. Да,
Ben çok kazanacağım.